Здравствуйте всем, продолжаем проходить игру. Так, я здесь последний раз сохранялся. Колонна. Я, пожалуй, выполню такие обычные задания. Логово. Так, а вот здесь что у нас? О, выступ на утесе. Я, значит, нет, сначала мост Неда. Мост Неда. Странное название. Сюда, в общем, сначала съезжу. Точнее, или дойду. Вау, нихера там обрыв. Такие обрывы я только в играх вижу. Так, мне надо отсюда выбраться. Патроны, все взял. Ага, мне надо вниз, я не туда шел. А, все, вспомнил, здесь лифт где-то должен быть. Или спуск точно. Вон и тачки стоят. Все, я все вспомнил. Так, а чё лифт не едет? В чем прикол? Тут не говорите мне, что мне придется спускаться на своих двоих. А, нормально. Я прокачал способность там. Можно прыгать с большой высоты, и тебе ничего не будет. А где моя тачка? Вот она стоит, скучает. Я на медобслуживание. Прошу подождать. Ну вот. Я снова в деле. Такие. Включен режим ожидания. Стой, дружище, стой. Говорливый Гарсия, торговец, путешественник, продавец изысканных. Кто ты? Уокер. А мы и дальше так будем говорить? Безусловно. Витиеватая речь – признак широты ума. Уверяю тебя, ты захочешь иметь дело только со мной.
У меня отменный талант. Тогда позволь изучить твои лоты. А, пожалуйста. Уверен, что за что-нибудь глаз да зацепится. Так, чертеж улучшения способностей. Все. Ага, ковчег, ой, этот сундук лежит, фигасе. Все, отлично, я думаю, что у меня радар-то работал здесь. Здесь спрятанный сундук. Надо развернуть. Не наверх, я так понял, туда надо. Значит, я уже подъезжаю, я на месте, да? Да. Так, вон там что лежит, колеса какие-то. Нам не надо колес, едем дальше. Ну, приехали. Желаю удачи. Слушай, Лили, я тут вижу что-то очень стрёмное. Ну, привыкай, это тебе не Винланд. Где стрёмно, туда не лезь без подготовки. Все, и это все, на что вы способны. Промазал. Мост освобожден. Бородатый дядька будет, наверное, доволен. Так, что-то здесь работает. Что-то здесь есть, да. Сундук. Контейнер нашел один. Идем дальше.
Ага. Ковчег, сундук ковчега. Так, дипад где-то здесь лежит. Ага, вот он. Все, задание выполнено. Нет, сюда сначала. В трещины. Теперь здесь освободим. Темы активируются. Воу-воу-воу, чуть ДТП не случилось. Из-за торговца. Привет, чуваки. Все, это вы на все способны. Ну вот, я думаю, сейчас у нас тут будет рубка. Системы активируются. И вот мы на месте. Желаю удачи. Ох, там сколько народища. Сколько же там народища. Дальше можно на дробашом работать, зачищать. Так, еще что-то здесь работает. Ну-ка, что у тебя внутри? Дипад лежит. Датапад. Почему дипад? Датапад. Привет, Снакпак. В сточной воде, брат, полно разного добра. У них есть супер-дупер блестящий мозгоплав. Рядом с городом офигенно умные муты днем и ночью над ним работают. Они в подвале, в своих белых халатах. Охрана их стережет, глаз не сводит. У меня зубы болят, когда я только о нем подумаю. Этой штукой нужно кому хочешь мозг расплавить. Это умная штука. Отлично. Все, можно возвращаться на тачку. Так, залезем сюда. Система активируется. Станция подзарядки. Милли, как-то мне тут не по себе. Как сказала бы мама, рейнджер должен заранее оценить обстановку и продвигаться лишь хорошо подготовившись. Включен режим ожидания. Это враг тут! Силы и дисциплина! Врагу не копить!
Да чтоб тебя. Вещики, не вещики. Мои пули вас увидят. Пусто. Ага, вот контейнер. Здесь тоже нет ничего. Так, где-то здесь начинает срабатывать. Я что-то сделал, да? Что-то интересное сделал. А, броня. Поранять надо будет. Обороняем станцию. Вау. Станция подзарядки уничтожена. Я думал, это мой. Надо было сразу с нее посмотреть. О. И последний контейнер где-то тут тоже, да? Я хотя смотрел, тут нету тоже, да. Две палки сработало. Ага, наверное, где-то. Спрятан, как обычно. Нет.
Ого. Да, нашел. Локация пройдена. Блин. Включил быстрый бег, что-то это не сработало. Так, у нас тачка вон там стоит. Вон она. Так. Странно, ничейный остров. Я его не прошел, а контейнер все подобрал. Галочка не отмечен. Давай съездим, посмотрим. Активируется. Не-не-не, ребят, я с вами воевать не собираюсь, у меня патрон нет. А так бы, конечно, если было бы, я бы повоевал. Правильно? Нет, неправильно. Надо было наверх заезжать там, с той стороны. Где-то вот здесь, наверное. Ага. Тачки туда не смогу проехать. Возвращайся скорее, Уокер. Найти пропавшего рейнджера. Найти пропавшего рейнджера. Конечно, все хорошо. Как его найти? Вот это вот головоломка. А, вот он. Все, прошел локация. Метеорит. Где? Птицу вижу, метеорит не вижу, наверное, за горами где-то там.
наверное, за горами, да, упал уже. Так, следующий наш путь. Заедем в город Источник, купим боеприпасов. Активируется. Давай-ка я тачку пригоню-ка. Вот это вот в город сейчас. Блин, как у трактора выхлоп сверху. Судьба тебе улыбнулась. Тачка, конечно, выглядит хера, мне наверху камеры стоят. О, привет, чуваки. Ребята, а вы где? Где ребята? Зачем у тачки столько камер? Ну, там интересно со всех сторон. Я приехал в город. Ну, приехали. Включен режим ожидания. Эй, ты! Короче, ты сюда не пройдешь. Уважаемые граждане, позвольте предложить вам... Ничего. Все. Это ли не мой любимый? Ты точно не пожалеешь. Я же сказал, ситуация на заводе критическая. Ты этим займешься или нет? Я был на заводе и перестрелял саванов. Проблема устранена. Наверняка саваны ударят вновь, но теперь мы сможем подготовиться. Спасибо тебе. Да не за что. Завален. Здрасте. Из мобилок. Ты не из каньона мертвеца идешь? Нет? Очень советую туда заглянуть. Бум-бам-бух! Все для стрельбы в наличии. Что предпочитаешь? Почему с тебя не стекает кровь шахтеров-предателей? Иди на рудник! Понял. Я распознан, постоянный клиент. Закрываю окно
торговли. О, господи, твои волосы прямо как стальная вата. Ну, как там дом старины Неда? Удалось туда заглянуть? Ага, как ты и сказал, там было полно хмырей. Вот засранцы. Надеюсь, тебе удалось свернуть пару голов. Тоже боишься? Ха, оно и понятно. В этих руинах полно мертвых духов. Уж я знаю, что говорю. Я только что оттуда. Нет там никаких духов. Только хмыри и дым машины. Правда? А я-то повелась. Пожалуй, теперь мне можно снова отправиться в путь. Спасибо. Да, пожалуйста. Хорошая дыхалка, и вы... Подойди ко мне. Я готов произвести новые модификации. Так, у меня нет вот этой штучки. Советую найти побольше материалов для модификации. Это чемпион. Я видел тебя по телеку. Но ты убийца! Приветик! Настоящий гладиатор. О, милашка-убийца. Пошли, придурки. Бар вон там. Я хотела такого завести. Очень хотела. А потом перевозчика убили по пути. Да, из песчаных труб. Там родословная чище. Я вот именно такого и хотела. Отдала за него целое состояние. Ты только погляди на него. Такой милый мальчик. Смотри, какой голодный. Такой милый. Хватает. Хватает объедки. Хочешь все кровавую понятно. Креветочку? Ути-пути, ути-пути. Кому креветочку? Поехали отсюда. Вот, возьми ее в ротик. О, сейчас умру от умиления. Мне здесь делать нечего. На гонках всегда за тебя буду болеть. Ага. Задание еще набрать. Здорово. Так, все, ладно, на выход идем.